Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о воздушных клапанах АКВ компании НПЦ «Промводочистка». Все воздушные клапаны по своим функциям делятся на три вида. Автоматический, кинетический и комбинированный. Посмотрим автоматический воздушный клапан АКВ. Довольно-таки простое по строению. Необходим для удаления небольшого количества воздуха из системы, находящейся под давлением. Состоит из крышки, корпуса, главного поплавка и уплотнения резинового, небольшой затвор, который приоткрывает выход воздуха из клапана в атмосферу. Функция автоматического клапана АКВ заключается в удалении небольшого количества воздуха из систем, находящихся под давлением. Небольшое количество воздуха собирается в высоких точках трубопровода и верхней части клапана. Находящийся под давлением воздух вытесняет воду. Главный поплавок опускается вместе с уровнем воды и в определенном положении толкает вниз небольшой затвор, открывающий проход воздуха. Воздух, находящийся под давлением, выходит в атмосферу. Поплавок вновь поднимает затвор и перекрывает проход. Кинетический воздушный клапан необходим для удаления большого количества воздуха, движущегося по трубопроводу с высокой скоростью при заполнении трубопровода, либо опорожнении. Когда вода достигает клапана, главный поплавок поднимается и перекрывает проход воздуха. Также он необходим при впуске воздуха в систему, когда давление становится ниже атмосферного. Разница давления вынуждает главный поплавок опуститься и открыть проход воздуха. По структуре он гораздо проще автоматического. Состоит из крышки, уплотнительное кольцо, главный поплавок и уплотнение, и, конечно же, корпус. Также двигается главный поплавок по направляющим, легок в сборе и монтаже. Сейчас рассмотрим комбинированный воздушный клапан АКВ. Выпускается он не ниже 50 диаметра. Корпус, главный поплавок, уплотнительное кольцо и крышка. Главный поплавок посложнее, так как совмещает функции и автоматического воздушного клапана, и кинетического. Легко собрать и разобрать, а также монтировать. Готово. Компания НПЦ «Промводочистка» выпускает два вида воздушных клапанов. Те, которые представлены в этом видео, резьбовые и фланцевые. Резьбовые клапаны изготавливаются до 50 диаметра из армированного усиленного полиамида. А фланцевые клапаны изготавливаются из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Но о них мы поговорим в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал НПЦ «Промводочистка» и смотрите новые видео первыми.